Продолжаем эфир. Ожоги рук и ног получил рабочий, тушивший пожар в заповеднике в Костанайской области. Огонь охватил охраняемую территорию накануне. Сегодня продолжается тушение выгоревшей травы и небольшого участка леса. Площадь пожара пока устанавливается. Без пострадавших не обошлось. В результате пожара получил ожоги работник заповедника 66-го года рождения. Первой-второй степени ожог. На данный момент он доставлен в районную больницу Наурызымского района. Состояние оценится как стабильное. Предварительная причина пожара в Наурызымском заповеднике – грозовые разряды, так как очагов возгорания было сразу несколько. В основном пострадал степной массив. Но несколько гектаров леса все же уничтожено. Тушение осложнялось отсутствием подъездных путей. На подмогу пожарным ночью пришел дождь. Площадь возгорания пока неизвестна, но угроза миновала, говорят специалисты. Два очага локализованы, один еще продолжают тушить.